Лимита на 95-й бензин на заправках страны не будет, обещают в Казмунайгазе. Нефтеперерабатывающие заводы переходят на жесткий режим производства топлива этой марки. Отечественные предприятия загружают из-за того, что Казмунайгаз не смог завести из России нужного объема. Соседняя страна сама испытывает проблемы с ГСМ. По данным компании, сейчас на Атырауском НПЗ каждые 3 дня готовит партию по 1200 тонн горючего, которое выходит на рынок. В ближайшее время обещают, что будет снят вопрос и по дизелю. Выпуск дизтоплива только на Павлодарском заводе увеличат в 5 раз. Мы уменьшим закуп на территории Российской Федерации после того, как Павлодарский завод переведем на дизельный режим. Потому что на настоящий момент мы несем слишком большие убытки при завозе дизельного топлива из Российской Федерации. Причем не только мы везем, там везут все на сегодняшний момент дизельное топливо.